Всем привет! Вы на первом канале Олега Соскина. Есть второй канал Соскин Ньюс. Там много тоже интересных моих видео. Итак, имеем 22.02.2022. И произошло событие, про которое там, ну вот, Жириновский, правда, его уже, видимо, как бы почти уже нету. Ну, ничего не говорят. Есть он, нет. Так же, как про Леонида Кравчука. Есть он, нет. То есть теперь такой придуман интересный подход, что как бы про некоторых людей не говорят, живы они или не живы, их не показывают. Это таким модой такое стало. Итак, можем говорить немножко голос осип. Ну, ничего не сделаешь. Это такая преподавательская, к сожалению, особенность. Когда голос немножко садится. Что же происходит? А, еще хочу за донаты поблагодарить как раз. Вот это Фома Верный, вот его такой ник. Обязательно сделаю то, что вот он говорит. Мой, ну, тот, кто меня смотрит, да. По поводу вот разных пророчеств. Такая сложная очень тема. Ну, ее надо так немножко подготовиться, чтобы немного описать, потому что разные есть визии этого процесса. Ну, попробуем проговорить хоть как-то. Ну, пока такие события происходят, что тут без пророчеств все веселее и веселее становится. Итак, что произошло? Ну, то, что, в общем-то, ожидалось, что Путин и его корпорация, синдикат их преступный, что они в конце концов, вот, они прижаты оказались, по сути, к стенке. То есть уже было понятно, что вот эти так называемые, написанные самим же Путиным, и это говорил и Сурков, и Песков, вот эти так называемые Минские соглашения, где их этот ренегат Кучма совершенно недальновидным, ну, барыга, что ты с Порошенко возьмешь. Когда они это начали внедрять, это было колоссальное, ну, просто колоссальное, я говорил же об этом, колоссальная катастрофа, даже не ошибка, чтобы в логовище диктатора, этого Лукашенко, этого вертихвостки Путина, проводить переговоры и подписывать какие-то соглашения, когда другое государство, гарант Будапештского договора, вторглось в Украину. Какая разница, какие методы при этом использовались? Ну, какая разница? Ну, использовали вот этих таких всяких человечков, пятую колонну. Ну, пятую колонну всегда использовали. Посмотрите, как зашли Мамая войска в Киев в 1240 году через Вятские ворота. Посмотрите, кто там жил, как это было сделано, вообще как можно Киев было взять. Вот, практически нельзя было взять. Так, такое же было вторжение и взятие Киева так называемым бандитом Андреем Боголюбским, одним из сыновей Юрия Долгорукова. Поэтому тут так же произошло с Крымом теперь, так же произошло с Луганско-Донецким анклавом. Сделали что-то такое новаторское Путин и его бригада? Да нет, они уже настолько обленились, что они уже все делают вытаскивают эти самые старые конспекты. Вот Медведев там у них так и сказал, что как это было в 2008 году. По той же схеме, как оттяпали тогда Южную Осетию и довершили отрыв Абхазии от Грузии. Вот точно по той же схеме все сделано. И все просто один к одному. И наш этот Кислицев, ООН все это показал, что даже ничего, договоры и прочие вещи не переписываются, и заявления. Все один к одному просто сделано с этой Луганско-Донецкой анклавной территорией. Но
Уже Путину приходится, чтобы вот эту агрессию обосновывать, объем лжи. И это от объема лжи уже возрос, и он уже просто, ну как бы открыто врет. И это можно наблюдать по всем пунктам. Очень, ну, поучительно, что у него Ленин является собирателем украинских земель. То есть бандит Ульянов Бланк, который, труп которого лежит возле Путина в Кремле, да, возле там это лежит мумия эта, да, и там бандиты такие же, кровопийцы всякие, эти оборотни, да, вардулаки, лежат под этой красной стеной, там прямо в ряды, а те, что не поместились в могилы, так их посжигали и туда положили, в эту саму, замуровали в красную стену, да. Так вот, он говорит, что это он, оказывается, Украину создал. Потом он врет, что Хрущев дал. Ну, врать же не надо, ничего Хрущев Крыма никакого не давал. Чего ж ты врешь? Произошел обмен территориями, и подписи Хрущева там нет. Просто Хрущев туда приехал, посмотрел, что там полная катастрофа, просто катастрофа. Эта территория была полностью уничтожена, там вообще ничего уже не росло, там земля потрескалась, там просто был, туда же они заселили этих, со своих внутренних территорий людей. Они вообще не понимали, что там надо делать. Поэтому... О чем Путин говорит? То есть он лжет на весь мир. В этом плане очень символично, кто признал эти так называемые луганско-донецкие, не хочет говорить Лугандония, конечно, но вот кто это признал, образование Путин, вот то, что Путин сделал. То есть Путин посадил с собой рядом двух бандитов. Но он точно тогда так же поступал и с Севастополем, и с Крымом оккупированным, тоже двух бандитов посадил. То есть это опускание человека уже до плинтуса, просто до плинтуса. Так вот он, это надо Пушилина и Пасечника посадить было к себе. Причем там стол, почему-то стол не длинный был, а такие короткие столы, очень близко они сидели. Так Путин не боится, что они ж могут его там типа заразить чем-нибудь, они ж новое что-то ему туда привезли. Ну, дело в другом. Дело в том теперь, что признал кто их суверенитет, так называемый, этих двух ублюдочных образований. Это Никарагуа, совершенно бандитская Никарагуа, была соцориентация, там этот Ортега финансировался все время советским КГБ. Ну, Куба, это тоже КГБский отстойник там этих колдунов всяких и прочих. Швали. Это Венесуэла, Мадуро, Уго Чавес. Чавес уже ушел в мир иной. Мадуро пока тут находится. Довел страну просто до полной руины. Там тысячи, десятки тысяч процентов инфляции в год. Они сейчас радуются, сейчас они опять сделали. Они-то как Лукашенко делают деноминацию своего песо. Это, да? Вот опять сделали деноминацию, ну то есть грабят народ, там пару миллионов выехало, если не больше, там уже вообще все сбежали, кто мог. И три анклава признали. Это Южная Осетия, Абхазия и эти хуситы признали, которые там в Йемене стреляют по Саудовской Аравии, ну потому что Путин их финансирует. Ну, пока даже Приднестровье не признало. Может, признают сейчас, кто его знает. То есть, мы видим, что, в принципе, это просто куром насмех все. То есть, Путин уже стал мировым изгоем. Однозначно. И вот эта вся его Дума, и эта вся его Совет Федерации, это все такая клака преступников. И как бы уже пошли соответствующие санкции. Ну, там Лавров говорит, мы санкции не боимся, там его замы говорят. Но очень интересно, как проходило их заседание Совета Безопасности. Они показали, как кто выступал, надо было проявить, там все за. Но некоторые, оказалось, там Медведев говорит, давайте подождем
Там еще Мишустин, кстати, тоже, он понимает, что происходит и во что это выльется, да, как там один персонаж говорил. Говорит, я все понимаю, только не понимаю, во что это все выльется, то есть бабла сколько надо. Но не дали же выступить этому Козаку, который очень глубоко в вопросе, Путин его фактически согнал с трибуны, а он же говорит, что это колоссальные деньги. И так потрачены просто безумные деньги всех граждан Российской Федерации. Поэтому, а потом Путин говорит, ну, типа, пошел вон. Ну, и он согнал его. То есть человек что-то хотел правильное сказать. Очень интересно в этом плане, как произошло с Нарышкиным, который внешнюю разведку возглавляет. Ну и Патрушев, он тоже колеблется, колебался там, говорил. То есть это очень информированные два человека, очень информированные. Так вот они типа говорят, что Патрушев там бедный вообще запутался под конец и говорит, давайте их в Россию возьмем. Путин говорит, да нет, давайте вот так, как мы же договорились. А ситуация простая, что так с Патрушевым произошло, потому что, а он тут понимает, ему же агентура доносит в западных странах, что будет полный швах, там же куча счетов, собственности, бизнесов и всего остального, плюс фактически вот эта внешняя пятая колонна московская, которая осталась от КГБ, ну и Сталином еще создавалось, Коминтерн и так далее, они же имеют там, ну, десятки, может даже сотни миллиардов евро. И теперь им же Джонсон четко заявил, а они же понимают, кто такой Джонсон, да, что вот эта матрешечка будет раскрыта. И будет сейчас четко сделана верификация до последнего бенефициара. Вот, а что это означает? Это полный крах резидентуры. Все резидентуры, ну, во всяком случае, в Великобритании точно, это 100%, но и в некоторых странах других. Поэтому для них это Путин просто этого не осознает. Ну, он КГБист такой маленький, капитан завклубом, ну, что вы хотите, в каком-то провинциальном этом городе, Дрездене, там, в советское время, там, ну, пиво пил, там, да, на штазе работал, ну, смешно это все. Ну, если бы этот не Ельцин, да не Юмашев, и не все эти Березовские дури, не все остальные, то было бы все по-другому. Ну, что сделаешь? Поэтому, ну, то есть в экономике он вообще не шурупит. Он абсолютно, у него другой волюнтаристский, вот это кагибистский подход. Ну, неважно. Теперь давайте дальше. То есть вот произошло это, да, но там есть один момент, вот это Песков стал вот это аж выкручивать, ну, Путин же ему поручил. Это границы этого Лугандонии, уже по-другому не буду говорить, это Лугандония, а по-другому это, ну, нету другого теперь названия, потому что как их назвать, это уже не просто оккупированная территория, это из оккупированной территории ее начинают изображать, что она какая-то типа суверенная, поэтому надо прямо говорить Лугандония, вот и все, тогда все понятно будет. Это 30% оккупированной двух областей, Луганской и Донецкой, с их, к сожалению, областными центрами, Донецком и Луганском. Ну хорошо, ну ввели они туда войска, уже до 100 тысяч человек выехало, больше не выедет, это понятно. Да их уже и селить некуда, они же понимают, что уже и так фактически уже фонды эти все исчерпаны этих областей, а денег давать с госбюджета тоже, где там Мишустин говорит, где деньги брать, уже же денег нету. То есть полный крах экономики у них, полный крах. Что сейчас может быть? Ну, смотрите, первое, ну, поэтому, ну, закончу вот эту мысль. То есть, вот эти, ну, собственно, эти два образования, они претендуют на все Луганское, вот это анклав, он претендует на всю Луганскую область, Донецкий анклав, на всю Донецкую область. Итак, Песков так сказал, что типа, как бы, непонятно, что же они там вызнали в этих договорах. То есть, что эта часть, они будут вторгаться дальше. Ну и здесь сразу появились на телеграм-каналах информация, что типа Зеленский с Ермаком готовы сдать
вот эту территорию, которая сейчас не оккупирована путинскими войсками. Ну, если как бы вот даже так умозрительно предположить, что Ермак и Зеленский хотят это сделать, ну, фактически они сразу... Это им лучше сразу камень на шею и пойти самим броситься там с какого-нибудь мостов города Киева в Днепр. Это для них будет даже лучше, чем если бы они пойдут по этому пути. То есть об этом вообще нечего говорить. Понятно, что в случае такого решения Зеленский будет сразу устранен, и власть будет, перейдет к военным, и тогда начнется совершенно другой этап функционирования Украины и восстановления Руси. И это будет уже понятно, что другого варианта нет, потому что нынешний миропорядок, он уже полностью нынешней КГБистской Московии разрушен. Все, он разрушен. Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Украина, отторжение, оккупация Крыма, теперь вот этого куска Луганска-Донецкого. То есть, что получилось? У них это спецоперация, что им удастся троянским конем, вот этим куском Лугандонии, проникнуть в Украину с помощью Медведчука, Новинского, Бойко и вот этой всей комарилии пятой колонны, она им не удалась. И это хорошо, это очень классно. То есть, все, нету Минских соглашений, наконец-то это все убрано. Вот эта гадость, которую сделал Кучма вместе с Путиным, она уничтожена. Все, есть, да, Лугандония, оккупированная территория. Это очень плохо, но так сложилось. Теперь дальше. Дальше что может быть? Ну, понятно, как бы, ну, имеем вот эту путинскую группировку в оккупированной Москве, Беларуси. То есть там предатель оказался, ну, это было понятно сразу. Имеем на южном побережье войну, ну, фактически их корабли, которые вторглись в Черное море и Азовское. Вот. Они, конечно, попытаться могут Мариуполь захватить. Они очень хотят Мариуполь захватить. Ну, я думаю, у них, как говорится, их руки короткие. Но там надо, конечно, усилить оборону Мариуполя. Однозначно надо усилить. Потому что, ну и вообще в Азовском море все усилить. Потому что там как бы вот эта закрытая зона. Они там могут начать вторжение. В Бердянск могут начать вторжение. То есть тут чрезвычайно опасно. И, кстати, там их корабли стоят. То есть вот это вот побережье Азовского моря, оно сегодня очень, возможно, оттуда удар этого, так сказать, московского Цербера, кремлевского. Поэтому надо усиливать. То есть однозначно надо призвать молодежь студенческую в армию, ставить везде пункты контрактные. То есть идти тут ничего придумывать не надо. Ставьте вот эти палатки, хорошо их размещайте, все. И надо контрактную армию увеличивать. То есть надо, ну, надо 500 тысяч, 100%. Меньше. Вот поэтому в университетах надо развернуть это движение, ректоров вызвать, потому что, ну, все равно же никаких занятий нет. Все, надо вообще с этим заканчивать. И надо эти академии ликвидировать. Вот эти, я сказал, национальная, вот это педагогическая, медицинская. Это все просто паразитические структуры, которые жрут. Сельскохозяйственная. Это все надо. Институты вывести, корпоратизировать, акционировать их на открытые фондовые биржи. И пусть покупают акции, кто хочет. И первое право дать тем, которые там работают. То есть им предпочтение отдать, и все. То есть надо с этим заканчивать. И надо переходить в частную модель высшего образования. В принципе, надо Словакия. Словакия для нас является ключевой. Ужгородский аэродром. Чрезвычайно важный вот этот Ужгород. В Ужгороде аэродром, аэропорт. Надо его модифицировать. Словакии создать совместное предприятие. Может даже с Чехией на троих создать. И таким образом уравновесить надо.
много венгерского влияния, его надо словацко-чешским влиянием, так сказать, уравновесить. И надо просто сейчас создавать совместные университеты. Прешевский университет рядом находится, Кошицкие университеты, прекрасные университеты. И туда дальше, дальше, там у них есть тоже, ну, где-то так нормальных 10 университетов в Словакии есть, очень хороших. И просто они имеют европейский диплом. Вот я защищал в Прешевском университете докторскую по теологии. Я считаю, это классно. Там прекрасно. Вот взять Прешевский университет, там Петер Коня, ректор, нормальный там на теологическом, на других факультетах. Это очень хорошие профессора. Вообще там нормальный уровень образования. Поэтому я считаю, мы с ними очень много работали. И мой институт буквально, ну, с Польшей тоже, но там надо деньги платить нашим. А в Словакии не надо платить. Язык чрезвычайно близкий. И можно очень легко. Нужен еще один туннель сделать, чтобы нормально поезда ездили. И со Львова надо сделать сообщение. То есть надо проложить хорошие дороги. Там через перевал есть нормальная дорога, ее расширить надо. То есть это вообще не проблема. Вот этим надо сейчас заниматься. Кардинально надо этим заниматься. И соединиться надо. Фактически надо подписать такое, скажем, конфедеративное соглашение между Украиной и Словакией. Кулеба должен этим заниматься. Посла там поменяйте. Возьмите эту Ольгу Бенч, поставьте ей задание. Возьмите еще там. Там есть же нормальные люди. Ну, сделайте правильные шаги и как можно быстрее. Вот. Тем более, в Словакии очень мощное есть как бы течение людей, которые верхушка и бизнесмены, и политики, которые нас поддерживают. Поэтому надо просто этим путем идти. Этим путем идти, и это очень правильный путь будет. Ну и Словакия только от этого выиграет. То есть надо перелокладывать как бы функции образовательную, научно-исследовательскую. Научный парк надо сделать технологический со Словакией там в этом Прешевском крае. Прекрасный там можно, озеро там шикарное есть. Там можно супер сделать научно-технологический. Чуть ли новая будет Кремниевая долина словацко-украинская. Почему не сделать? Я уже 5 лет про это говорю. Ну, ты мудакам, что обезьянам говорить. Вот, ты учишь их, учишь, как в стенку горохом. Вот, поэтому я считаю, что это очень важные, немедленные шаги надо сделать. То есть 500 тысяч армия, вооружение однозначно. Однозначно, то есть хотят грязную бомбу ядерную, значит, делаем грязную бомбу. Идем по этому пути, как американцы это делали с Хиросимой, Нагасаки и так далее. А что делать? Есть другие варианты. То есть имеем агрессора, имеем оккупанта. В своих выступлениях Путин сказал, что вообще Украина это вообще не государство. Ну, фактически он говорит уже языком Дугина. Жириновского, ну, уже тут там, Зюганов, вот, так сказать, опять его там подреставрировали, вышел на арену. Ну, пока вышел, завтра опять уйдет. Поэтому я думаю, что вот эти шаги сделать. Теперь смотрите, однозначно, очень хорошо, что приехал президент Эстонии в это время. Это прекрасно. То есть такой тяжелый день, это новый импульс для развития. Однозначно, конечно, надо правительство усиливать. То есть Шмигаль, он вообще никакой. Я не знаю, чем он там берет у них. То есть в чем его такая, как бы, какая-то уникальность. Что просто как он от него все отскакивает, как мячик, и вся эта как бы его критика, потому что, в принципе, то, что он вытворяет, фактически, ну, падение курса идет. То есть, еще раз говорю, делайте секвестр бюджета, ну, тупорылые, ну, чего вы не понимаете? У вас состояние войны, вам надо, чтобы гривня стояла. Болваны, если с гривней что-то случится, вам всем кирдык будет, вас прямо в кроватях будут доставать. Вы что, не понимаете? Поэтому секвестр нужен. Ну, нельзя ж такими тупорылыми быть, ребята, мальчики, девочки. Вы что творите? И сказал вам, за счет чего делать секвестр. Однозначно. Посмотрите, какое дал интервью вот этой стране Иоанна, телеграм-канал этот Новинский. Ну, они там разных брали. Бойко, кстати, посмотрите тоже.
Ну, особенно Новинский. Ну, это видно, что это сразу враг. То есть, это враг Украины. То, что он говорит, это фактически путинский бред. То есть, это видно, что это путинец, что это кадровый офицер. На морду его, на личико его посмотрите, на выражение, все. То есть, Зеленский, забери у него гражданство. Ну, сделай какой-то позитивный шаг. Конечно, надо с Медведчуком. То есть, два человека есть, которых фактически могут сделать, ну, три, Бойко может еще, вот это представители пятой московской колонны, однозначно в этой ситуации. То есть Путин заявил, что он не признает нынешнее руководство, что, ну, всякой гадости наговорил, брехня. Поэтому, раз он нас не признает и государство, то чего мы должны его признавать? То есть тогда надо говорить, что и вас нету. Раз нет Украины, то и вас нет. То есть, как говорится, вы говорите три, мы говорим пять. У нас с вами диспут. А как иначе? Военное положение, конечно, не надо вводить. Это бесполезно. Это грохнуть всю систему экономики. Ясно, что дипломатических отношений их и так нету, поэтому можно разрывать. Но главный удар надо наносить по Беларуси. Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония вместе с Великобританией удар по Беларуси должен быть. То есть надо наносить по ним удары. Ну, Путин же изгой. Смотрите, что сделал Шольц. Очень простую вещь. Все, Северный поток 2 похоронен. Сертификация остановлена, и все решения, и этот, все отозвано опять в Минэкономике. То есть начинается новая экспертиза. Поэтому Путина одели минимум где-то на 20 миллиардов евро. Это то, что уже сделано. То есть труба там, все, она стала, и она никому уже не нужна. Понимаете? Это означает, что вообще поставки газа по трубопроводам уже сойдут в ноль. Потому что все теперь понимают, что с диктатором нечего иметь дело. То есть это означает крах их Газпрома. Поэтому что надо теперь сделать? Простую речь требовать от Байдена, чтобы были увеличены и сняты все санкции и ограничения. Саудовская Аравия и прочие, ОПЕК и США должны нарастить сейчас объемы нефти. Все, как только нефть упадет до 30 долларов за баррель, Путину вместе с его этим кагибистским синдикатом кирдык. У них денег и так нет. Они перейти на высшие уклады не могут. То есть у них фекальная народно-хозяйственная экономика. Плюсы такие, как белорусов или белоусов, как он там, первый зам у этого Мишустина, это чистый теоретик государственного военного социализма, коммунизма. Это просто совершенно парень вообще ничем в лесу потерялся. Между трех сосен, с коммунистической, социалистической и империалистической заблудился. Поэтому о чем говорить с ними? О чем? То есть они рухнут. Им надо сейчас просто помочь рухнуть. Но то, что они вышли на рубежи, ну и вышли. То есть надо защищать Мариуполь, Бердянск, вот это Азовское побережье, однозначно надо защищать. И надо защищать Харьков. Харьков, Одесса, Николаев. Ну и все. И, конечно, давить на Беларусь. Следующее важно для нас, это, конечно, то есть Северного потока нет. Это немедленный приезд Джонсона должен быть в Великобритании. Транс, он должны приехать, и надо просто разработать пакет соглашений. То есть 100%. Они свободные, у них, как говорится, руки развязаны. Поэтому я думаю, что Великобритания не член ЕС. Они целенаправленно выступают. Для них Московия – это их системно-стратегический антагонистический враг. Поэтому это кайф, это нам хорошо. И говорим, что мы строим морскую конфедерацию. Государство, конфедерация, морская держава. Все, о чем? Держава моря, так называемая. И нормально. И нормально будет. И я думаю, время настало. Время настало, не надо, как говорится, тут терять какие-то возможности. Надо усиливать, то есть бояться не надо. Не собираетесь гаранты Будапештского договора, как
Китай, если на нашу сторону не становится, Япония, Китай, Канада, они должны с нами подписать соответствующий договор гарантии. Если они не становятся, значит, мы должны признавать Тайвань. Все, до свидания, Син Цзиньпин, с тобой, с коммуняк. Ну, коммуняки всегда одинаковые, абсолютно. Южная Корея очень нужна. Тайвань, Южная Корея, в принципе, Сингапур, но там сложнее, конечно. Великобритания. Однозначно надо работать с частными военными компаниями, канадской, прежде всего. Надо в ЮАР, очень много белых, есть белого населения. Надо там фермеры колоссальные белые. Надо, чтобы они сюда заезжали. Надо им земли давать, надо, чтобы они могли купить. И они, чтобы делать такой пояс, как в свое время Пилсудский и Маннергейм сделали, чтобы противостоять этой большевистской, бандитской, чекистской этой Московии. Ну, вот я бы так сказал. Вот я думаю, таким образом надо действовать. Вы на канале Олега Соскина, ну, вот, перешли в новый этап мы. До новых встреч. Ну, и я думаю, что Русь-Украину победить этим орком-андрофагом московицким, болотным, ну, невозможно. Поэтому, как говорится, не надо там это сильно в камыши, так сказать, и не надо там пиво делать. Но говорят, Ющенко уехал. То есть Кучма уехал, Ющенко уехал, Ахметов уехал, Пинчук уехал. Вот, не знаю, правда, неправда, но вот такое. То есть какие-то, если это правда, то есть какие-то, так сказать, существа крысиные, ну, они всегда есть, это ничего страшного в этом нет. Есть. Ну и надо экономикой заниматься. Надо экономикой заниматься. Главное сейчас гривня. Зеленский, гривня — это самое главное. Запомни. Рухнет гривня, не будет вас с Ермаком, и никуда не успеете удрать. Ни в Турцию, там, ни в Америку, ни еще куда-то. Поизучай историю. Там вот очень много символических примеров. Не удерете, никуда не удерете. Поэтому вам надо только тут стоять. Раз уже, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Все уже. Раз вы так определились, что вы хотите арийской Украиной, русичей славян руководить, скифией, ну, так что делать? Значит, такой выбор у вас. Другого уже у вас нет. Всего доброго, до новых встреч. Вы на канале Олега Соскина. Подписывайтесь, сделайте донаты. Поговорим, пообщаемся, увидим, что сейчас будет дальше.